Здравствуйте, уважаемые подписчики! Многие знают, что некоторые многолетние растения без холодной стратификации не взойдут. Ну, например, лаванда. Ее очень сложно вырастить вот именно без холодной стратификации. Что такое холодная стратификация? Это нахождение определенное время семян при низких температурах. Для чего она нужна? Вот этой стратификацией мы имитируем природные условия. Помним, как семенным способом размножаются растения в природе. Осенью созревшие семена падают на землю, их поливают дожди. Дальше они охлаждаются, лежат под снегом при довольно-таки низких температурах, лежат всю зиму. И весной они прорастают. Вот это охлаждение и запускает ростовые процессы. Когда мы покупаем семена, которые запакованы в пакете, вот этих процессов не происходит. Скажу сразу, в стратификации нуждаются не все цветочные культуры, овощные культуры вообще мало нуждаются в стратификации. В стратификации нуждаются цветочные культуры, которые у нас зимуют в открытом грунте. Южане, которые у нас не зимуют, стратификация не нужна. Многие считают, что достаточно семена оставить в садовом домике, на веранде, в холодном помещении, на крайний случай положить прямо в пакете семена в холодильник, и это заменит стратификацию. Нет, однозначно отвечу, что вот такое охлаждение семян в пакете стратификацию не заменит, потому что семена в природе, они не просто лежат на земле, в земле, но они лежат во влажной земле. И стратификация – это не просто охлаждение семян, а содержание семян при низкой температуре и повышенной влажности. Не зря стратификацию проводят либо во влажном песке, либо во влажных тканевых марлевых салфетках. То есть влажность обязательно нужна. Зачем? Когда растение лежит на земле, ну вообще вот во влажной среде и холодной температуре, идет разрушение оболочки семени, а у многих растений она очень прочная, и она предохраняет растение от повреждений вот именно в неактивный период. За время стратификации оболочка истощается, у нее появляются какие-то микротрещинки. Вот даже вот эта вот влажность повышенная также запускает ростовые процессы, не только холодный воздух. И поэтому растению легче пробить ту же самую оболочку и более дружно дать всходы ранней весной. Не всегда производители пишут на пакетах, что растение нуждается в стратификации. Поэтому, а если вы приобрели какое-то растение и собираетесь его выращивать как многолетник, который будет зимовать у нас, обязательно узнайте, нужна ли стратификация. А большинству растений стратификация нужна. И обязательно делайте стратификацию именно во влажной среде. Как можно сделать? Если вы купили зимой семена, то заворачивайте во влажные салфетки и в холодильник. Можно поступить следующим образом для того, чтобы холодильник не загромождать там плошками с песком, с семенами и вот этими влажными салфетками с семенами. Но для этого нужно купить, приобрести семена еще осенью. Тогда их можно будет посадить в горшки и оставить на участке, не на веранде, а прямо на участке можно их прикопать в землю, и тогда стратификация будет происходить естественным путем. Подытоживая, повторюсь, что просто оставить семена в холодном помещении, в том же самом дачном домике, недостаточно для того, чтобы запустить ростовые процессы и посадить их весной. А что делать, если вы просто оставили семена и не провели правильную стратификацию? Обычно такие растения сажают в открытый грунт осенью, и вы должны сохранить семена в сухом помещении до осени и посадить их и сделать уже нормальную стратификацию. Обязательно проводите все процессы правильно, потому что вот многие процессы, они как бы не просто так придуманы, а это имитация природных условий. Ну, а у меня на сегодня все.